4 года тому первым гоноровым Полишуком стал президент Александр Лукашенко. Такие же звания отримали мастацкий керовник Национального академического оркестра симфоничной и эстрадной музыки Беларуси Михаил Финберг, директор Центра драуляной скульптуры вёски Тяребличи Столинского района Иван Супрунчик и генеральный директор Национального парка Припятский Степан Бомбиза. Однозначно он будет в Ляскавичах проводиться, инфраструктура будет разрастаться, мы каждый год добавляем что-то. И так далее. Даже это не стоит ставить под сомнение. Радима Михаила Финберга – Мазыр. Керуючи уже несколько десятилетий ведомым концертным оркестром, он верой и правдой служит белорусской культуре. Уклад народного артиста у нашу национальную скарбонку, докладнее у ее музычно-спевный «Золотый фонд» прикметный. Его имя золотыми литерами уписано у историю музычной культуры краины. Финберг выховал множество талиновитых музыкантов и взрывал аплодисменты самых потребовальных слухачов. Полюбил музыку маэстро еще у раннем детинстве. У родном Мазыры упершиню побывал на выступлении духового оркестра. С тех часов музыка стала головной справой у его жизни. Скончил музычную школу, после столичную консерваторию. Уже у 20 годов играл у оркестра белорусского радио и телебачения, а у 23 стал дирижером оркестра столичного цирка. Тут отпрацевал 17 годов. После у его жизни появился Державный оркестр симфоничной музыки, который стал нашмат большим просто працей – семьей. Больших за 30 годов працы музычные программы коллективу почула уся Беларусь. Шматлікія звання, узнагароды, прэміі і прызнанні даюць Михайлу Фінбергу сілы рухацца далей. Да гонару майстра ён ніколі не забывае сваю малую радзіму. Выхавалі цэлае пакаленне новых людзей, тых людзей, якія будуць захоўваць тую спадчыну, якую ўжо зрабілі тыя, хто быў да нас, і ўжо тыя, хто працуе разам з намі. Мы робім гэта ўсё ад чыстага сэрца і робім так, как люди, которые пришли к нам на концерт, это все разумели. Наступный гоноровый Поляшук, скульптор Иван Супрончик, все житё творит на Полесье. Один его инструмент – сякера. Им он створает дивосные разные, а докладнее – сеченные скульптуры. Для его родные Тяребличи, что на Брешине, центр сусвету. И он лечит, что своя земля и род – две головные каштовности человека. Скульптор упевнен, что частинка души наших предков живе и у нас, и у этих местах. И люди обязаны шановать свою уникальность и передать ей детям у своих працах, оповеданиях, своим прикладом. Чем богатство человека? Это племя, род и место, где родился человек. Больше нема богатства, ни машина, ни дом. А богатство есть вот это той куточек, где родился человек. На минулом фестивале, який прошел у 2016 годе, гоноровыми Полишуками стали три ведомые уродженцы Полесья. Это народный артист Беларуси, мастацкий керовник национального академичного хору имя Титовича Михаил Дриневский, был генеральный директор Мазырского НПЗ Анатоль Куприянов и старшиня СВК Феодорский Столинского района Григор Дямко. Михаил Дриневский родом з вёскі Тоніш Туровского района. У 1973 году стал головным хормайстром Державного народного хору БССР, а у 1975 его мастацким керовником и головным дирижером. Под керовництвом Дриневского хор стал знакомитым. У 2002 году одним из первых у Беларуси коллектив отримал статус национального хору. Праз два года постановой Совета министров Республики Беларусь Национальный академический народный хор имя Титовича названный Державной установой культуры. Зараз его репертуар включает больше за 1500 творов, что год повеличивается на 30 новых постановок. Особливое место у творчества занимает тема патриотизма и подвигу советского народа у Великой Отечественной войне. Дриневский так само створил специальные программы церковной академической музыки, которые раскрывают духовное единство православных народов России и Беларуси. А кроме творчей працы, Михаил Дриневский активно занимается громадской деятельностью. За уклад у политику славянского единства он узнагороджены медалем Ирины Архиповой, Международного союза музычных деятелей у 2007 году в Москве. Полесье – это очень богатый музычный, певчий край. И то, что сделали фестиваль именно для Полесья, спочатку зусім, а зараз бачите, уже как международный фестиваль, уже из других краин приезжает. Это очень-очень добро, это тоже великая повага для Полешуков.
Диплом, бронзову статуетку Полішука і слуцький пояс отримав так само Анатоль Куприянов, який 20 років узначалював Мазирський нафтоперепрацовчий завод. Такий термін – абсолютний рекорд для керівників подобного рангу. Усього ж нафтоперепрацовці йому віддав 40 років свого життя. Гэта один з самых авторитетних керівників України, чия праця оцінена узнагородами самого високого узровню. Ганаровий нафтовік, ганаровий громадянин города Мазыра. За гэты час нафтоперепрацовчий завод здійснюв велізарний скачок у своїм развитті. Отримав максимально махчимые выники у якости продукции, наблизился до узровню лепших сусветных вытворчеств. Руководитель, да, он должен способствовать тому, чтобы воплощались в реальность те планы, которые приняты наблюдательным советом, общим собранием акционеров. Но без команды, без специалистов высокого класса невозможно достичь того, что мы достигли. Звання «Ганаровий Поляшук» присвоюється людям, які унесли великий уклад у соціально-економічне розвиття білоруського Полісся, а так само заховання і популяризацію етнокультурних традицій цього регіону. Високе звання отримлюють не просто виходці Полісся, а ті, хто сповна ділиться з їм талентом і даром, отриманими при народженні. Марина Джалая, телерадіокомпанія «Гомель».